Я еще не вошла, чтобы понимать. Чья была идея? Попробуем пройти как блогер, если получится, потому что очередь, просто посмотрите. Это жесть. Хотя я опоздала довольно сильно. Очень много людей. Ужас. А сейчас знаете сколько? Сейчас 12:47. Хотя нет, не сильно опоздала, но тем не менее. Мы немножечко нечестно прошли вперед, но как бы... Хоть какой-то бонус мне должен быть. Сейчас достаю билет, мне жутко неудобно. Чтобы вы понимали, самый обычный билет. Даже не VIP. Я сегодня не считаюсь как блогер, так. Такой вот прикол вышел. Видите, я сегодня обычный зритель. Просто прикол. Я все-таки думала, можно вот как-то пройти, не? Ну ладно. Я прошла вперед, меня пропустили. Вот, спасибо, вы добрые. Точнее, я не спрашивала, я просто прошла. Стоп, алло, я вот подошел с вами. Мы прошли. А вот и сумка. Как будто я террорист, ей-богу. Мы прошли. А здесь браслетов ничего не дают? Нет. Милена, пожалуйста. Это все проходит на улице, как оказалось, и билеты забирают и ничего на руки не дают. То есть, типа, выйти отсюда, я так понимаю, если выйдешь, то больше не войдешь. Умно, конечно, умно. Здесь мерч продают разный, кстати. Надо глянуть. Майнкрафт. По-моему, это уголок Феромира. Шутки. Кстати, я пропустила их бой, вы представляете? Здесь даже линзы продают, вы представляете? Это мой уголок. Можно, всем можно. А бой Феромира прошел? Да. Кто выиграл? Феромир? Все куплено. А выйти типа нельзя? Нет. Уже не впустят? Нет. Но меня нет, я типа не считаюсь. А, да? Да. Я билет покупала. Так, я не могу ничего посмотреть, меня просто атакуют. О, здесь есть моя любимая пицца, божечки. Я только пришла, и я в шоке, сколько здесь народу, я не могу даже пройти метр, все ко мне подбегают. А ты стояла в очереди, как все? Да. И как долго ты стояла? Ну, я такая, типа, вы же меня пропустите, да? И вы, и прошла так. Нужно было делать по-другому, смотри, ты просто берешь, проходишь мимо их всех и вписываешь в самое начало. Рабочая схема лично от меня. Да, спасибо большое, удачи тебе. Ну, это тащишь катку. Нежки, мы покушать! Привет, меня Миленочка, ты не фанатка. Миленочка, скажи, пожалуйста, каково это быть видеоблогером? Ой, когда все скидывают тебе на покушать. Вы большой топ, да, правда? Да. В общем, я вроде освободилась и рассказываю вам дальше. Здесь есть уши или уши, опять же, на меня все накинутся за неправильное ударение. Показываю быстро, потому что я не могу останавливаться. Пицца. Это на входе. Витас. Классно. Там, кстати, фалафель не очень. Так, дальше. Здесь еще мерч с этой стороны. Надеюсь, что меня слышно. Здесь японские сладости. Ух ты, Битай! Обалдеть. Здравствуйте.
талончики разные. Даже краска для волос. И это тоже я привезла на самом деле. Только так, дальше здесь идет мерч, косметика, значки на одежду. Рюкзаки, кигуруми. Потом маски. Потом какие-то игрушки, кружки, обложки на паспорт. Дальше здесь еда. Опять бюро, суши, но это нам не интересно. И здесь вроде бы на этом все. Дальше там не пройдешь. Идем обратно в самую топку. Мясо. Это зря сюда привезли. Дальше какой-то зал встреч. Вот, зал встреч один. Проходим сюда. Здесь, значит, пусто. Здесь кино. Так. Есть какой-то зал, здесь ничего нету. Мне интересно, выходим. Блин, мне нужно было покрасить волосы, потому что они слишком привлекают внимание. Так, окей. Здесь камни еще, весь пол просто каменный. Мои новые кеды будут просто в дребедень под вечер. В дерьмо, точнее, хочу сказать. Народу очень много, я даже не понимаю, что где происходит, потому что я сквозь людей не могу, а я же еще мелкая, посмотреть. Так, это я вам показывала. Здесь, отсюда я все никак не могла уйти. А дальше у нас идут милкшейки, мороженое, кофе. Отлично. Так, здесь есть вот такая вот штучка, на фоне которой можно фоткаться. Витфест. Это будет обложка. Идем дальше, там есть... Привет, привет. Да, я делал заставку, да. Да. Здрасте. Здрасте. Давайте сейчас все фотаем и пьем. Там Катька сейчас на сцене. Что там? Катька на сцене. Это был Андрей, который мне делал заставку. Говорят, здесь Катя, но я не вижу. Бедный ребенок. Ладно. Есть стена, на которой можно расписываться. Дальше... О, я вижу Катю. Я не тешу. Катя, какой еще один вопрос? Вы слышите же, потому да? Даже, мне кажется, к любому хобби относится. Еще один. Катя, какой твой любимый певец? Эта девочка постоянно этот вопрос всем задает. Я всех пробью своей камерой. Я просто хочу вам все показать, потому что с каждой минуты все больше и больше людей. И я не успеваю. Да, это такая очередь. А, автографы. Там кто-то. Там Эльдар Джарахов, еще кто-то. Это не так интересно. Господа хорошие, те, кто только что ворвался в музей стрит-арта, я думаю, на этом находились. Давай. Он знает. Большой милкшейк, потому что кофе я бы попила, но как-то жарко. Хотя на улице не жарко, но мне жарко. Вот, и я сейчас хочу просто холодненько чем-нибудь попить, где-нибудь посидеть, потому что интересного сейчас ничего особо не происходит. Снимать вам пока что нечего, и я посижу, отдохну, и с новыми силами потом куда-нибудь пойдем, и я вам чем-нибудь покажу. Смотрите, как бар идет. Ну, вам уже, наверное, не видно. Во, посмотрите. Я купила коктейль. Сейчас пришла. Наконец-то я села. Вы не представляете, у меня вот эти вот пумба и Риана невероятно жмут ноги. Они, видимо, маломерки, и мои ноги просто там, наверное, в мясо. И мне больно, и поэтому сидеть мне хорошо. Здесь вот так вот все будет. Я не знаю, что это, но здесь можно сидеть. Я попила свой коктейль. Там я пришла.
сижу здесь какая-то. Вот. И вот, кстати, Андрей делал мне заставку новенькую, которую вот сейчас на моих видео это делал он. Вот. И мне сейчас со мной фоткаются, подходят, то есть я не в капюшоне, не в очках, там не прячусь ни от кого, хотя я уже устала. И ко мне подошла девочка, она мне японские конфетки дала. Вот, давайте прямо сейчас попробуем. Они со вкусом зеленого чая. Благодарю. Итак, сейчас решится судьба. Какова же конфета на вкус? А ну давай, Милена, давай. Вкусно или невкусно? Жестко? Это как? Хочешь? Давай. Давай, теперь обзор от меня. Вот так надо, вот так надо, да? Сейчас, поехали. Ну да, реально со вкусом зеленого чая. Вы готовы? Я раскусываю. Там чай в пакетике. Есть чай японский. Он как-то называется, не помню. Там матерное слово какое-то. Вот. И вот он похож на засохший чай. Чай в виде конфеты. Вот так. Спасибо. Спросила. А, привет. И мне что ты можешь сказать об этом мероприятии? Мне очень круто здесь. Я ела вкусный бургер. Это очень важная информация. Я хожу с маленькими детишками, они здесь есть очень маленькие. Прям их вот очень такие, много. Прикинь, прям вот такие маленькие, тут даже не видно, какого они размера. Они подходят и просто разбирают. Все очень мило. Вот. А еще ко мне подошел мужчина, который очень хотел взять. И он сказал, ты супер, ты супер. Это было прикольно. Тебя как дела? Тоже нормально. Хочешь, я сниму твою толпу, ребят? Смотрите, сколько людей хочет ее снять. Вон. Это все к ней. Вот к ней. Ночью ты едешь? Думаю, что да. Ты тоже едешь? Да. Все, мы увидимся. Мы увидимся ночью. В общем, прошел час еще. Я уже очень устала, у меня реально болят ноги. Я просто хожу туда-сюда и фоткаюсь со всеми. И пока что интересно, но особо ничего не происходит. Вот. Я решила, что я хочу. Я хочу покушать. Вот. До этого я пила, теперь я хочу кушать. И, кстати, неизвестно вообще, есть ли здесь туалет или нет, потому что после милкшейка, как вы знаете, ну, захотелось, мягко говоря. И я теперь не знаю, я отсюда не могу выйти. У блогеров, которые, типа, здесь как блогеры, у них значок, ну, блогера. А у меня такого нету, и меня не впустят обратно. И мне придется ехать уже все куда-нибудь, потому что сюда мне прохода не будет. А еще здесь огромная очередь, и меня это жестко бесит, но ничего не поделаешь. Все хотят кушать, это просто они у меня научились. И поверьте, здесь есть типа забегаловка с едой, которая называется «Миша еще». И там я сейчас увидела слово «фалафель», и поэтому я встала сюда, хоть очередь большая, но ничего не поделаешь. Надеюсь, там фалафель вкусный, потому что фитос, если вам видно, там самый невкусный, вот. Как бы они в галерее тоже есть фитос, и вот мы со Светой вам рассказывали, что там какой-то прям отвратительный фалафель, даже сложно это назвать фалафель. А вот в Мише еще, сейчас я попробую, обязательно скажу вам, как мне. Прошло минут 20-25, а очередь не особо-то сдвинулась, то есть это пипец. Здесь в основном все хотят шашлык, вот, ну а я-то жду фалафель, потому что я мясо не перевариваю, я это дерьмо не ем. На улице стало что-то резко, достаточно холодно, хотя обещали теплую погоду, и мне прям прохладно. И когда я вижу, что здесь бегают дети в шортах, там, в рваных джинсах, мне еще от этого холоднее становится. Думаю, господи, как так можно? И я думаю, что еще немного, может, до 6, до 5.30 здесь побуду и поеду, в зависимости от того, будет ли здесь что-то интересное и крутое, потому что у меня очень сильно болят ноги, я начала их просто пипец, я замерзла. Прошло 50 минут. Я еще стояла, когда уже раздавали заказы, ждала. Это просто какая-то жесть. Вот в этом очень неорганизованно. Я думала, я сдохну реально. И вот я заказала фалафель. У меня номер 129. И нет, я его еще не получила. Я пока что жду. Так что я жду свой фалафель. И мы с вами пойдем вот туда. И я там буду кушать, если туда, конечно, можно. Да, вроде можно. Или на сиденье, не знаю, куда-нибудь, где потише, чтобы можно было спокойно посидеть, покушать и сказать вам, какой же все-таки фалафель у Миши еще. Я наконец-таки получила свой фалафель. Вот так вот, видите? Еще раз кто-нибудь назовет фалафель шаурмой, вот прям пипец, похоже, обалдеть, то же самое прям.
один в один. Вот, здесь три шарика и салатик, и стоит это все 200 рублей. Сейчас мы попробуем. У меня даже камера повернулась. Такое. Из пяти на слабую-слабую троечку, даже на 2,5. Я ожидала большего. Я столько стояла из-за этого. Все-таки на сеной самый-самый вкусный и в укропе. Миша еще тоже, так что бракую. Я только что рассказывала, мой спаситель просто. Да. Меня есть. Нет, просто что-то там это не со всеми, ты слышишь? О, привет! Вот, давай мне дышек, я дам Ярославу, это я его Ярославу дал. Все, спасибо большое. Меня не пускали, типа. У меня нет бейджерски, пока. А что, тебе партнерка не дала вот этот, типа? Нет. Странно, они должны не дать. А у тебя тоже ВСП? Да. Мне ничего не дали. Я изгой какой-то. Я там на улице уже 12, я думала, я сдохну. Я стою тут такая, встретила Диму Крикуна с Машей Шатровой. И Дима попытался меня провести в зону для блогеров. И знаете что? Меня не пустили, я не блогер, ясно? Я не блогер. Вот чтобы вы понимали, я не блогер абсолютно. То есть стою здесь вот как все. Да. Короче, меня сюда протащили. И здесь Марьяна. Марьяна. Да. Вам слово. Здравствуйте. А что у тебя странная какая-то камера? Это видеорегистратор, ты ничего не понимаешь. Да? Самое модное. Спасибо огромное. Пожалуйста. Привет всем. Это так можно худее выглядеть. Идеально. Он же шевелится у меня. Реально? Прикол. Оказывается, туда. Я теперь, то есть меня привели сюда. И здесь я могу находиться, но я теперь не могу идти туда, потому что оттуда я вышла. Типа мне снова нужен бейдж. И я не могу не выйти, потому что я снова сюда не вернусь. Не туда зайти, потому что у меня нет бейджа. Что за просто, что за жизнь? Чувак из фильма, в котором снималась Маша Вэй. Ну так, на секундочку. Миленский сезон мы любим. Как там шатик? А, нормально, он смешной. А, окей. Хочешь жвачку? Давайте. А, тебе. Спасибо. О. Как настроение? А, супер. Давно тут? Часа, наверное, 3-4. Интервью все даешь? Мы с 12:40. Ого. Да. Круто. Где ваш супруг? Чего одна? А он там, где ты интервью даешь. А, тоже? Ага. Какие дела вы? Да. Ну, супер. Интересный блог по улице. Ну, такое. А это правда видеорегистратор? Нет. А. Че, поверила? Ну да, я просто никогда не видела. Не, ну все называют это видеорегистратором тоже. Почему бы и нет? А спойлер, можешь дать, какое видео следующее у тебя? Я не знаю, я так прям не планирую. А, то есть нет, типа ты снимаешь и выкладываешь на несколько дней вперед? Нет. А я так делаю. Ого! Да. Потому что я ленивая, я снимаю сразу 7 видео, выкладываю на 2 недели вперед. Ого! Такой лайфхак. Такое небольшое пространство с лучиками, где можно присесть и отдохнуть. Я могу сказать, что BeatFest очень крутой. Это не два слова. А? Я сказала два слова. Два слова! Нормально. Ребят, два там, слова. Короче, может вы споете с ним YouTube? Пора перекраситься. Понять или тебе? Тебе. Это надо такой, давай предлагаю. Давай. Розовый такой отец. Мне не пойдет. Тем не менее, у тебя розовая помада. Ну, губы не волосы, знаешь. Тогда натуральный цвет самый хороший. Поэтому ты перекрасил. Я психанул, потому что у меня был рыжий. Из-за того, что я до этого красил. Я понимаю. Да, рыжий это пипец. Это, кажется, говно. Дерьмо. Два слова. Три слова. Ира, когда Outlast 2 демо? Уйди. Видишь, у меня два слова. Фест лучше, чем фан, лучше, чем другой фест. А ты была на ее фане? Не. Не дай бог. Че там, Спилберг тебя? Ничего? Ты была на фане?
нет, не стал бы в это надо. Новый скандал, зачем это надо? Не надо. Короче, классно. Не ходите на фан, ходите на фест. Вот и сейчас, кстати, ко мне подойдет Лена. Я попросила Женю, чтобы он привел Лену. Вот. И будет небольшое интервью и с ней. И небольшой сюрпризик для вас. И для нее, наверное, тоже. Не знаю, ну, в общем, увидите сейчас. Как только я собралась выходить, начали происходить более-менее интересные вещи. И к нам пришла Лена. Спасибо. Какие талантливые ребята, друзья. Только здесь, на Литфесте, вы найдете настоящий... Нет, молодец. Олег, поаплодируем. Так, ритм гитара. Данил, ты, наверное, стоишь, думаешь, блин, нафиг я вышел, да, сюда? Короче, пока ты так думаешь, да ладно, ну видишь ты. Вот почему всегда, когда я куда-то собираюсь уже домой, или собираюсь, или уезжаю, вот обиднее всего именно когда я уже уезжаю, происходит что-нибудь супер-мега-крутое, приходят люди, начинается какой-то движ, и я такая типа, классно. Это Лена. Лен, скажи, как тебе это мероприятие? Ну, я пока только в глубине, с зрителями еще не выходила, но вроде бы очень много народу, все счастливы, наверное, нормально. А как добралась? А? Как добралась? На автобусе. Да, на автобусе, потом с остановки до входа, потом через вход меня привела Алина, Алина потом провела сюда. И что ты ожидаешь от мероприятия? Ты будешь выходить? Не-не-не, я просто пришла, чтобы увидеться с какими-то людьми. Да-да-да. Многие люди вообще не знают, что я тут нахожусь. Именно мои зрители. Я вообще сказала, что я не буду. Понятно. Ожидания, да. Реально. Хорошо, вот. И такое от меня, и не только тебе лично говорю, и вот как раз таки, чтобы это все знали. Я хотела за свой характер некоторые поступки извиниться, тупые. Ага. Вот, мне неудобно, так что извини. Но я тоже тебе честно скажу, что я никогда не испытывала к себе ничего. Ну, не агрессивного, не обижаться, потому что все вот эти заблоченные страницы, это вот сделал стоящий передо мной человек. Так что отношусь к тебе совершенно нормально, так что не обижайся тоже. Хорошо. Было очень приятно с тобой увидеться. Мне тоже. Катя! Можно твои впечатления о этом мероприятии? Хорошо, так мне кофе никто не дает. И Дима делает тверк у него, потому что задница как у муравья. Так сам Дима говорит. А для тебя вот прошлый Литфест более такой душевный, ну я не знаю, то есть... Да не могу сказать, мне кажется, что важно, чтобы зрителям нравилось. Так как это не я в гости прихожу, а чтобы люди, которые стояли, у них была интересная программа. Все поели, посмотрели, пофоткались, организация была хорошая. Но в этом году интересно, да, ну народу много. Я не знаю, мне говорили, что 3000 билетов было продано, и это только я знаю, что за 2 недели, за 3 до мероприятия было. А теперь можно какие-нибудь спойлеры по поводу новых видео? На любом канале, свои? Не на фоге. Свои. А можно мои? Давай, говори мне свои спойлеры, или я даже как гадалка будет. Значит так, у Милены скоро будет, я могу? Нет. Гол. А у меня, блин, один сплошной зашквар. Это всем делом одновременно. У меня так шапи связано. Не в том покрасил. А на фоге что-нибудь будет еще? Отлично, спасибо. Давай, Милена! Ставьте комментарий. Ой, пальцы вверх, если лучше Милена. Знаешь? О! А что мы не делаем? Надо еще вот так, представьте. Ого! Это батл. На этом нужно закончить влог. То, что будет ночью, это будет новый влог, потому что я знаю, видимо, что влог затянулся, как всегда. Милена, длинные влоги. Почему? Ну, блин, я не могу ничего поделать, я стараюсь их укорачивать, правда стараюсь. Ставьте больше пальчиков вверх, и я буду еще больше стараться. И у меня уже камера пищит, типа, зарядите аккумулятор, поэтому я еду заряжать и готовиться к ночным приключениям. Пока!